очень дорогой, не только потому, что у меня была моя семейная жизнь, какое-то время с ним связано, конечно. Во-первых, я унаследовал любовь к этому городу от своего отца, потому что папа совершенно обожал Бакинскую. Было всего несколько городов в бывшем Советском Союзе, публику которых он, так сказать, невероятно высоко ставил. Он очень любил ленинградскую свою публику, он очень любил Одессу и Баку. Вот, потому что я понимаю, почему Одесса и Баку, потому что и Одесса, и Баку это были два города межнациональных, так сказать, со смесью, такой гремучей смесью культур разных. Здесь была замечательная публика, именно связанная с вот этим, так сказать, с этой смесью культур, вероисповедований, так сказать, и очень оснащенная уже культурно вообще, потому что здесь был замечательный театральный вот. Это почувствовал и я в свое время, когда первый раз на гастроли был здесь с «Современником», действительно. Здесь были очень успешные у нас гастроли. А потом я приезжал сюда много раз на свои такие моновыступления. Вот. И для меня это вообще такой город, ну, сильнейший источник вообще культурных каких-то традиций. И поэтому мне действительно очень как-то дорог этот приезд на сюда. Конечно, мы беспокоимся и волнуемся, как всегда, потому что и мы меняемся, и публика меняется, и я не знаю, как у нас получится. Сегодня очень хочется надеяться на то, что сегодня и завтра как-то мы найдем общий язык с публикой. Это очень важно для нас, что здесь есть вот русскоязычный театр, русский. Это вообще прекрасно, мне кажется, что это говорит о каком-то бережном отношении к каким-то культурным традициям. Вот. Из этого театра у меня в театре служили в свое время два прекрасных артиста. Это была очень красивая пара. Вот мы сейчас с художественным руководителем как раз говорили про это. У нас работали, а начинали здесь Роу Макаров и Лиля Макарова. Два прекрасных, красивых артиста. Прекрасных артистов. Они работали потом довольно долго в «Сатириконе», потом они уехали в Израиль, и Роу погиб в автомобильной катастрофе, а Лиля до сих пор работает, и прекрасная актриса, и как-то мы очень бережем наши взаимоотношения и связи. Начинали они здесь, для нас тоже это дорого. Вообще, в общем, это очень хорошо, и я очень рад обстоятельствам, что мы сюда приехали. И очень надеемся, что все пройдет благополучно и хорошо, и запомнится и нам, и зрителям Бакинского.